Всем привет! У нас сегодня 15 марта. Вообще, на самом деле, не верится. В прошлом году, в 15 марта, еще снег лежал. Вот, у меня, вон, видите, как подснежники цветут. И там тоже. И я сегодня довскопала грядку. Это у меня, знаете, чтобы сделать, только бы не работать, это называется. Вот. Ну, я ее как вскопала? Я ее просто вскопала, перевернула грунт вверх корнями, ну, сорняки, да. Вот. Частично тут что-то повынимала, здесь вот где поровнее, да. Но там в глубине еще сорняков много. И я их чистить буду уже тогда, когда буду высаживать растения. И хочу еще убрать эти камни, почистить там, выбрать корни и обратно их положить. Ну, то есть, чтобы как-то, как сказать... Ну, получше, в общем, чтобы было. Ну вот, тут у меня тоже дорожки эти чистить надо. Ну, в общем, еще тут работа непочатый край. Вот там пятно, то вот круглое, вот там вот, перед подснежниками. Там я высадила 25 тюльпанов. 25? Да, 25. Почему 25? Потому что те тюльпаны, которые я благополучно забыла, не успела высадить осенью, они у меня заплесневели, их надо чистить, там бла-бла-бла, вот это все, да, и 25, это которые у меня, ну, в более-менее нормальном состоянии, вот их я и посадила, короче. Там два сорта дарвиновских, один, по-моему, что-то, оба похожие, оба розовенькие, в общем, потом скажу вам название, у меня этикетка лежит просто уже в гараже. Ну вот, и тут, да, и эту грядку, в принципе, уже можно подготавливать к чему-то. Тюльпаны планировалось высадить на ней, да, то есть, но учитывая, что я ничего не успела, вот, ну, разметила, вот видите, вот там, туда будет у меня такой, с, вот здесь вот будет дорожка, вот здесь вот, да, вот здесь вот. Вот, а так у меня будет туда красиво уходить под елочки, грядочка моя. Все у меня всходит, все у меня пока прекрасно. Единственное, скорее всего, не скорее всего, 99,99, что розы на выброс, да, ну это я уже говорила. Вот, а так, в общем, пойду теперь работать. Вот у нас солнце село, стало прохладно уже, и пойду заниматься, собственно, фотками и котиками. Привет, сегодня суббота, 23 марта. Вчера был совершенно какой-то ужасный день. И вечером новости пришли плохие и оттуда, и отсюда, и Москва, и принцесса Уэльская. В общем, все как-то високосный год, что я могу сказать. Но у нас сегодня хорошая погода, плюс, не знаю, по ощущениям, плюс 10. Чуть меньше, наверное, но ветер такой южный, и, соответственно, хорошо и тепло. Так вот, у нас совсем тепло, и я, на самом деле, через неделю обещают вообще чуть ли не плюс 15, а там первую неделю апреля плюс 20, ну, плюс 19, типа, и плюс 9 ночью. Ну, то есть у меня, на самом деле, даже на гортензии, которая на солнечном месте, уже листочки появились. Просто, ну, не листочки, а вот почка уже раскрылась, как бы, да, такой маленький-маленький зелененький листочек лезет. Ну, тут главное, чтобы морозы не жахнули, как в прошлом году. Вот, ну, посмотрим. Так вот, мне одна моя хорошая подруга отдала две огромные, 5 лет им точно, может быть, больше, вьющиеся гортензии. Вот одна и вот вторая. Как я их везла в машине, это, как мы их выкапывали и запихивали в машину, это отдельная песня. Это надо было просто, как это сказать... видео снимать со стороны. Но у нас не было третьего человека, который мог бы это поснимать. Поэтому, в общем, ну, короче, вот, привезла я их. И я решила их высадить вот вокруг яблони своей, которая старая яблоня, на которой, в принципе, не знаю, 2 года точно не было никаких, она даже не цвела. И у нее листики такие маленькие, но если она старая, ей, ну, не знаю, 50 лет, может быть, даже больше этой яблони, да? Вот. Но задумка такая, что даже если я буду видеть, что яблоня как бы не дает расти, ну, корни как бы яблони не дают расти гортензиям, то я обрежу ей все ветки, заделаю все садовым варом, и, то есть, ну, по факту не дам ей, да, как бы питаться от корней. Вот. И обрежу так высоко, чтобы было куда этим гортензиям плестись, потому что они, в принципе, 9-метровые. Ну, 8-9 метров могут вырасти, да? Ну вот. Как-то так. И вот посмотрим, что из них выйдет
весной, когда уже распустятся все листики, а может быть, они зацветут мне в этом году, не знаю. Посмотрим, как они пересадку эту перенесли, да, то есть вот. И а тут я высажу, у меня еще, несмотря на то, что сейчас уже конец марта, у меня куча тюльпанов, ну, те, которые подгнили, да, и вот я приготовила, у меня есть Максим дачник, я их замочу и высажу сюда вместе с гладиолусами. Фишка-то там в чем? Гладиолусы, как бы, как всегда, как говорится, а я не знала. Их, оказывается, надо выкапывать, они не зимуют. Вот. И я по итогу я решила, что я их высажу в такое место, которое потом, ну, где они не призимуют, и пофиг, да, то есть, чтобы мне не надо было их выкапывать, потому что выкапывать я реально не хочу. У меня крокусы распустились. Вообще крокусы должны быть беленькими. Но они почему-то желтенькие. Желтенькие, вот такие желтенькие, прижелтенькие. Очень у нас яркое солнце сегодня. Не хочет снимать вообще телефонус. Что за какой-то, не знаю. Ну, в общем, короче, красивенькие такие. Желтенько-оранжевенькие тюльпаны тут мои белые. Прям ждут, когда уже будет совсем тепло. Вот они прям, видите, строем таким. Да что такое, еще не фокусируется нормально. Вот. Скорее всего, мои... опять я забыла, как они называются. Божечки. Fortunate. Сеглинч по-латышски, по-русски. Бересклет. Вот. Я вспомнила, ура! Короче, бересклет эти, скорее всего, придется выкапывать. Еще я пересажу обязательно вот этот кустик, потому что он, в принципе, при там через сколько-то лет он будет 3 метра. И он тут явно не нужен, как бы я. Потому что когда я его высаживала, здесь ничего не планировалось, кроме него. Ну вот, а тут внезапно фигак, и все засадилось, да. Я его пересажу в какое-то другое место и, скорее всего, вот. Туда куда-то, вот в это место где-то. Вот, а тут посажу гортензию. Какую-то маленькую, беленькую. Может быть, даже бобо куплю еще один. Пусть он тут растет и радует меня. Потому что здесь у меня, вот здесь вот у меня белая астильба из гортензии. Ну, будет очень прикольно. И где-то вот здесь вот, если здесь посажу гортензию, вот в этом, да, кусочке, вот там на место вот этого вот посажу белые, у меня белые флоксы Давида, которые, да, вот, ну, в общем, короче, у меня тут планов громадзю, и мне это надо вообще успеть, пока все это не пошло в рост, пока еще весна, да, то есть пока листиков нету, вот, так что меня ждет большая работа. У нас все еще суббота, уже вечер, часов 10, наверное, около того. Я за сегодня просто, называется, ухайдокалась. В саду, наверное, отработала часов 5 в общей сложности. Вот, и, ну, все вокруг этой грядки, да, то есть, которая с гортензиями, с вьющимися. И завтра я хочу туда... Тюльпаны я все еще не посадила, то есть я ее приводила в порядок. Очень много времени заняло. У меня корень сорняка этот, который... Ну, он такое простонародное название у нас здесь, в нашей местности, шнитки его называют. А, это же забыла опять по-научному. У меня же название просто шаром-прум. Короче, у него такие корни у этого сорняка. Как бы объяснить? Они, во-первых, длинные, где-то 30 сантиметров, до 30 сантиметров вглубь уходят, да. Во-вторых, они образуют, они такие, как веревки, довольно толстые такие, миллиметра 3-4 где-то, да. Их много. То есть листьев не столько много, сколько корней. Вот. И получилось, как у меня один вот этот ком этих корней близко к яблоне, вот прямо возле самого ствола, оно все обмоталось вокруг одного из корней, толстых корней, который самый верхний у яблони, но под землей, как бы, да, вот самый первый, самый верхний, с одной стороны. Божечки, я думаю, вообще не выковырю. И мне кажется, там осталась куча вообще кусочков, и это все прорастет просто на раз, как бы, да, я понимаю. Ну, что делать? Придется просто обрывать листочки в надежде, что эти корни подохнут просто, да, со временем. Вот, или там что-то у меня высадится такое, что забьет просто сорняк, да, потому что, например, у меня
живучка на одной из клумб, она забила все сорняки, как бы она сделала такой коврик, как бы, да, и нету там ничего. Ну, как бы они пытаются пролезть, но у них не получается. Поэтому посмотрим, в общем, как пойдет. Вот, потом я немножко поработала с фотографиями, в общем, это все с перерывами там на обед, то есть все как бы, вот, и завтра уже буду работать, ну, нет, завтра, если будет нормальная погода, я еще, наверное, там поковыряю немножко, все-таки тюльпан уже тепло-тепло совсем, да, тюльпан надо успеть высадить, вот, чтобы они успели созреть там и все такое. Что еще хотел сказать? Вот. И буду работать с фотографиями, уже там народ спрашивает, как бы следующую выставку. Одну я закончила, еще две, боже. Работаем, вообще не початая игра. Вот, и надо работать. Я сейчас пришла наверх, тут прибралась немножко, потому что я делала веночек весенний. Показывать не буду, он... Я его доделала, я его повесила. Но это только потому, что я такая упрямая, мне его жалко выбрасывать прям сразу, вот. И я его, в общем, чисто на это самое повесила просто, чтобы что-то висело не зимнее. Не нравится мне. Ну, я просто по веночкам-то небольшой спец, особенно по таким, которые с более-менее живых каких-то растений, да. Вот, и поэтому мне не получается. Ну, тренироваться надо просто больше. И сейчас села. Посмотрим, если у меня сейчас запал будет, я попробую слепить тут что-нибудь из того, что у меня есть на столе. Ну, вот, чтобы... такая себе установка, да, вот что на столе. Значит, вырезалки, листик с вырезалками, который я вам показывала, да, вот этот вот миленький, с котиком, кстати. Не забудь, что тут котик есть. Вот. Так, вот такой обрезок бумажки. Калечка. Вот такие подложки. Еще не придумала, какую из них возьму. Может быть, даже две сделаю открытки каких-нибудь маленьких, например, таких вот. Миленьких-маленьких. Или такую. Или даже вот и такую еще. Так, что у меня еще на столе? Какие-то карточки на столе есть. Так, обрезки какие-то, бумажки. Вот чтобы вообще никуда не влазить, да? То есть только то, что строго на столе. У меня, правда, там еще вот там есть кое-что. Сейчас я туда дотянусь. А так как бы буду использовать только то, что здесь. Так, карточки. Карточки эти не подойдут, наверное, по цвету. По цвету. Такс. Так, у меня тут есть картон пивной. И остатки есть у меня. Не остатки, верните, которые неправильно я пропустила через машинку. Но они, по-моему, тоже как-то... Не в цвет. Ну, в общем, посмотрим. Так. Тут у меня еще всякие такие тоже какие-то бумажки, что-то. Ну, тут в основном... А, кстати, там вот еще обрезки такие были. Так. И тут у меня... Давайте посмотрим, что у меня здесь. Здесь у меня подарочки. Вот такие вот. То, что я вам показывала. Так, дальше у меня вот там от альбомов еще есть газетные круги, теги. Не газетные, а, ну, книжные, короче. Это вот тоже будем пробовать. Так, у меня есть кружево вот такое. А еще есть вот такое кружево. Не знаю, посмотрим, что лучше. Так, есть две деревянные бабочки. Не успела еще разложить толком. Что у меня тут еще есть? Пуговичка. Так, есть вот такие кружочки. Ой-ой-ой. Чуть у меня голос сел. Не болею, просто почему-то сел голос. Так, такая ленточка, но она, по-моему, к нам не очень. Так, что у нас там еще? А, там тоже не то. Так. Ну, тут еще в пакетах всякая фигня, но уже ладно. Будем... Сейчас попробуем обойтись, так сказать, малой кровью. Вот. В общем, я пока вас покидаю, вырежу вырезалки и посмотрим, получится у меня что-нибудь или нет. Итак, прошел час, или чуть больше, там, 1:20, наверное. В итоге, что у меня? Да, я уложилась в материалы, которые у меня были на столе. Вот, собственно говоря, все, да. То есть ничего не доставала из ящиков, ни, там даже до вырубки не дотянулась, которая у меня за спиной. Видите, без вырубки, да, у меня все. Вот.
Единственное, что я переделала, это основы. Взяла не зеленый, а вот те вот две синих, темных, и одна такая серо-синяя будет. Они тоже у меня лежали на столе, их просто надо было согнуть. И это, в принципе, остатки от альбомов. То есть это не специальные подложки покупались, да, и я ничего не резала. Просто взяла тот размер, который есть. И удивительно, я эти, конечно, не буду сейчас переделывать, но к этому размеру, вот, да, идеально подошли подарочки от Аллы. И я приложу, просто покажу вам, что размер как будто, знаете, она знала, и что, или я резала, вот, идеально, ничего резать не надо, да, супер. И в итоге, вот у меня три листика, это основа. Листик я использую, чувствую, у меня голос садится, все хуже и хуже становится. Так вот, значит, листик у меня основа. И листик будет с обратной стороны. Они, конечно, довольно тоненькие, там граммов 120, наверное, в лучшем случае, а может еще тоньше. Но я постараюсь как-нибудь их аккуратненько приклеить, чтобы они их не повело, может быть. И даже, может быть, возьму пивной картончик, ну, приподнять вот эту штуку, да, саму. Вот, плюс пивной картон 100% будет вот там где-то внутри, чтобы сделать ее такую более объемную, да. И, скорее всего, возьму штампинг и вот что-то вот такое, вот что-то такое мне надо штампануть здесь. Подумаю. Это надо взять уже, ну, как бы что-то взять. Ну, без этого не обойдется. Вот, и да. Ой, я уже начинаю зевать. Поэтому я закругляюсь, и это уже доделывать буду в следующий раз. Не могу сказать, завтра или нет, но в какой-то следующий разочек. Вот, и одна будет с котиком. Ну, такая серия из трех открыток. И вот там еще осталось врезалок. Я думаю, что я их во внутренности и на задник поставлю. Я думаю, что здесь как раз, в принципе, хватит. Например, это вовнутрь можно положить, вот эти мелкие, да. А эти на заднике даже одна еще остается. В общем, посмотрю, как там распределить, может быть, 20 точка. В общем, сделаю красиво все. И прям супер, я довольна. Всем привет, у нас сегодня воскресенье, 24 марта. 24 марта, я в одной кофточке, в такой вот. Ну, потому что я работала, потом мне стало жарко под солнцем. Сейчас солнышко зашло немножко. Вот, и через 2 недели обещают плюс 20. Если честно, я в шоке, потому что, ну, я не помню такого апреля, чтобы 2 апреля было плюс 20. Ну, это, правда, пока обещание. Вот, но как бы заморозков даже не предвидится. По итогу протравила я свои тюльпаны подгнившие. 30 минут в Максиме, ну, если честно, не знаю, посмотрим. Да, то есть они все проросли, все полностью проросли, тюльпанчики. И разом я потискала довольно тесненько, как вы видите, сделала все, да. Это у меня белые гладиолусы, которые, как выяснилось, надо выкапывать, и поэтому я их сажу здесь тесненько, чтобы они, ну, подцвели в этом году, и все, да, то есть и здесь будут только тюльпаны потом, вот, потому что я решила, что я не буду заморачиваться выкапыванием, вот реально, пусть они вымерзнут и все, вот, и гладиолусы больше покупать не буду, хотя у меня есть еще синие и очень темно-бордовые, но тоже надо будет высадить, ну, посмотрим, синие, может быть, вообще в кашпо посажу, не знаю, посмотрим, вот, и мне сейчас надо потыкать дырочки, буду делать дырочки, купила себе штучку, вот такую, пынч, потому что земля мягкая и сверлить не хочу. Я вот с помощью шуруповерта и насадки этой, да, я делала там, где-то земля твердая была. Вот там очень, очень качественно получается. А тут земля очень мягкая, тут пальцем можно дырку сделать на самом деле. Вот, и поэтому буду делать этой штукой, просто чтобы не делать этих таких рыхлений лишних, потому что землю сюда я насыпала свежую, прям вот из пакета разрыхлила, немножко увлажнила, вот, песок не сыпала на дно, просто по одной простой причине, долго думала. У меня есть песок, лежит, но у меня очень много муравьев, и я боюсь, что они сделают здесь муравейник огромный.
Вот, и вытаскивают этот весь песок, поэтому плюнула я. Я песок, как бы у меня нигде, в принципе, песка нет. Ну, то есть под низ, да, то есть я везде кладу керамзит, чтобы ни их, ни это, как сказать, на подвиги муравьев не... Ой, устала уже, не соображу слово. Ну, как это? Не толкать, вот, не толкать муравьев на подвиги. Короче, все, буду закапывать. И хочу еще сюда же подсадить живучку. Вот туда, вот в те места, там где-то, да, где вот свободная живучку посадить, чтобы она разрослась. И она закроет все это. И когда тюльпанов не будет, здесь будет живучка. И я надеюсь, такая идея. Вот. И немножко подпорку поставила. Не смотрите, что она криво, она нормально стоит и держится. И я там обмотала эти веточки вокруг, чтобы оно... В общем, потому что этот реально ктулху такой, он весь перепутанный. Тот вот лучше, тот такой как-то, ну не знаю. Но с другой стороны, у этого ветки длиннее, а у того короче. Ну не знаю, кто из них будет более красивый, да, в цветении. Вот, так что такие дела. Всем привет, у нас понедельник, утречка. И я перед тем, как сесть в работу, вот записываю. Делала вчера открытки. На этой открытке я уже устала. Это третья была. И я такая думаю... Завтра доделаю. А потом, нет, ну что это такое? Я две сделала, и надо третью уже добить. Вот, в итоге я добила. В общем, все сделала. Что использовала? Штампики у меня вот из этой коллекции. Это у меня Belle Fleur от Craft Consortium. Очень люблю их штампы. У них несколько пачечек к разным коллекциям. Вот прям даже больше, чем бумагу, если честно, люблю. И девчонкам штамповала такие, вырезалки делала, да, для них. Вот поэтому дико прикольные штампы. Штамповала я вот этими чернилками. Вот люблю их, в принципе, много где использую зелененькими. Края вот эти вот, где, как сказать... Вывалилась опять из головы. Вы понимаете, у меня склероз, в общем, полным делом. И это у меня Forest Moss, в общем, здесь, где зелененькая проглядывает, Forest Moss. А надписи и вот эти вот маленькие наклеечки, и я сейчас еще сзади вам покажу, это от Roses Studio. Очень люблю их стикеры, они такие плотные и отлично вырезанные. В общем, я там понаклеила везде, где можно было. Вот, внутри ничего особо не делала. Просто один штампик и вот цветочек. Кстати, тут можно какую-нибудь тоже наклеечку принаклеить. Вот. А с обратной стороны опять бумажка, карточка какая-то, бабочка, ну или вырезалка, да, и надпись. В общем, прикольно. Тут у меня вот так. И вот так. А в этой фотоаппарат тоже можно, кстати, что-нибудь чпокнуть. И здесь вот так вот. Вот, в общем, что, прикольные открытки, учитывая материал, который я использовала. Вот, нет, понимаете, это нельзя сказать, это, не допустим, не из мусора открытки, да, потому что, да, это из как бы каких-то остатков, то есть я не брала новые материалы. Там вот сам подложка картсток, например, да, это как бы остатки от альбомов. Ну, то есть, когда вырезаете страничку, вот у меня осталось, ну, так, блин. Или там, к примеру, какие-то вот эти вот теги, да. Я их не специально рубила, тоже остались от какого-то альбома, от какого-то проекта. Ну вот остались же. И поэтому вполне себе нормально, я считаю, это такое дело, да. За бумажку вообще спонсором этих открыток у нас явилась Алла. Спасибо за подарочки. Вот 6 бумажек ушло в лед. 6, и даже там где-то у меня еще были... Вот эти вот, это тоже ее подарочки, да, вот эти. Этот и вот этот. С этой стороны, по-моему, нет. Нет, это другая карточка из другой, это вообще примовская коллекция. Вот, и в общем, да, как бы. И этот листок бумажки очень тоже мне понравился. Прикольные вырезалочки, которые мне Катя из Крапмаркет ЛВ клала в подарочек. Вот, так что я прям супер, я довольна. Вот. Что еще хотел сказать? Вчера, ну, вы видели в предыдущем кусочке, я
высадила просто кучу тюльпанов и гладиолусов. Гладиолусов я высадила 75 минус 9. Сколько? 64 штуки в одном месте и 9 штук на белую грядку все-таки тиснула. Те, что не влезли на эту вот круговую вокруг яблони. Вот. И сегодня с утра смотрю, заразы, коты соседские. Ямку уже выкопали. Представляете, надо идти и посмотреть, там что они выкопали. Но я довольно глубоко сажала, особенно в том месте, где они копали. Там крупные луковицы, я их так сантиметров на 10-15 где-то там запихнула. И есть надежда, что они просто не докопались до них. Вот, ну посмотрим. Прикопать их обратно. И плюс я вчера была в депо, и я не могла удержаться. Купила еще две лилии. Посажу их, я уже придумала место. Я одну на той клумбе, которая у меня... Я почему-то их все время называю клумбами, потому что цветником нельзя назвать чисто в... Как сказать? В прямом смысле слова, потому что цветник — это где многолетники в основном, да. А у меня там всяко разное. У меня там многолетников по половине или треть, а остальное все кустарники. И две елки. Ну, не елки, можжевельники. Два можжевельника, да. И поэтому, ну, сложно вообще это назвать. Нет пока у меня упорядоченности, да, ну ничего, я так постепенно попереношу, попересажу, в общем, все будет чики-пуки. Так вот, у меня там сидит в одном месте одна спирея, которую я хочу пересадить на розовую грядку. Она точно цветет розовым, и она довольно большого размера должна быть в итоге, да, и я просто ее пересажу, в общем, короче, вот. И вид в это место, оно там, ну, не то, что прям огромное, но нормально, да. И там будет очень в тему высокие лилии. Это у меня 70-90, а это высотой 70. И у меня там та грядка, она такая желто-оранжевая, в принципе. Ну, там нет, есть, конечно, розового цвета, да, какие-то кустики цветущие. Но я их постепенно буду убирать и заменять их вот именно такими какими-то, ну... Вот это у меня будет желто-оранжевая грядочка, да. И туда, на место этой спиреи, посажу лилии. Я их вчера посадила в вазоны, чтобы они хорошо укоренились. Я просто тогда перевалю фактически их с их закрытой корневой системой в нужное место. Вот, и пусть они там растут, плодятся. Там места достаточно. Даже без там деления несколько лет, я думаю, они там спокойно могут расти. Вот, так что такие дела у меня. Так, в принципе, у нас сегодня был дождь, прям ливень-ливень. Через 3 дня обещают уже там плюс 15 опять, начиная со среды. Вот, поэтому я сейчас поработаю, и потом опять у меня там день-два будет как бы такого отдыха рабоче-крестьянского. Пойду туда опять копать свои грядки и что-то с ними делать. Вот, поэтому... Потому что все равно мне приходится давать отдых голове, потому что когда много работы с фотографиями, я не могу, ну, в одну, как сказать, ну, то есть не могу работать, пока, как сказать, пока все не сделаю, да. Просто потом это очень тяжело. То есть 2-3 дня какой-то такой большой напряженной работы, а потом мне нужно делать перерыв. Либо работать менее напряженно. Вот, но тогда это, ну, как бы надольше растягивается, да, поэтому, ну, как когда? Когда-то растягиваю, когда-то, наоборот, очень стараюсь, знаете, ударно, а потом выходные, вот, по-разному. Так что, такие дела. Ну, теперь хорошо у нас, по крайней мере, светло тут на втором этаже, все-таки лето близится, и можно снимать, короче, днем, наконец-то. Вот, все, пойду работать. Этот влог закончили. Точно закончили. И завтра, наверное, еще выйдет видео с бумагой. 1/3 из 4. В четверг, я надеюсь, я обработаю этот влог. А на следующей неделе тогда уже закончим с бумагой. Последнее видео, да. И там уже опять дальше влоги пойдут. Влоги или я что-то буду делать, может быть, какие-то пробы, бла-бла-бла. Надо будет, кстати, подснять видео, потому что в мае я там буду вся в разъездах, и не будет времени особо, наверное, ничего делать. Надо будет вам приготовить, так сказать, чтобы вы без меня не скучали. Вот так что. Так что вот так вот. Ну, спасибо, что смотрите, и пока-пока.